Ник Шульган Таш. Второе место занимает Прибайкальский национальный парк. Один из самых больших национальных парков России. Узкой полосой он тянется вдоль западного побережья озера Байкал почти на 500 километров. На территории парка охраняются древние городища и наскальные рисунки. Растения, птицы, животные и, конечно, сам Байкал, вдохновляющий своей красотой. Самое древнее, самое глубокое и чистое озеро на планете. Прибайкальский национальный парк создан для его охраны и занимает почетное второе место. Какой же заповедник станет лидером в нашем хит-параде самых удивительных и фантастических заповедников России по версии телеканала Russian Travel Guide? Скоро мы это узнаем, а пока напомним о тех, кто уже в нашем списке. На 10-м месте Валдайский национальный парк, озерный край тишины и покоя. 9-ю строчку занимает Полистовский заповедник, царство болот. 8-е место досталось заповеднику Кивачи одноименному водопаду. 7-ю позицию заслуженно занимает Кавказский биосферный заповедник и плато Лаганаки с древними дольменами. 6-е место телеканал Russian Travel Guide присудил заповеднику Курская коса с ее песчаными дюнами. Дальневосточный морской заповедник с пятнистыми тюленями и колониями пернатых на 5-м месте. На 4-й строчке музей-заповедник Казановка с рисунками из каменного века. Шульган-Таш – заповедник, охраняющий пчел, и удивительная пещера – это 3-е место. На 2-й строчке – Прибайкальский национальный парк, цель которого – охранять озеро Байкал и его берега. Время объявить победителя хит-парада самых удивительных заповедников России по версии телеканала Russian Travel Guide. Первое место присуждается Кранотскому заповеднику на Камчатке. Именно там находится волшебная долина гейзеров. Клубы пара, фонтаны кипятка, невероятные цвета склонов, по которым струится горячая вода. Потрясающее зрелище! Кранотский заповедник – это еще и кальдера вулкана Узон. Настоящая природная лаборатория, термальные ручьи и грязевые вулканы. Энергия Земли здесь рвется наружу прямо из-под ног. Кранотский заповедник. Первое место хит-парада. В России много заповедных мест. Там, где природа, словно художник, создала неповторимые пейзажи. Глубокие озера, загадочные долины, мистические пещеры. Хрупкий мир, который необходимо беречь. Мы представили вам десятку самых удивительных заповедников по версии телеканала Russian Travel Guide. Возможно, ваша версия будет иной. Путешествуйте по стране с Russian Travel Guide и составляйте свой хит-парад.